Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Феликс Эммануэль Анри Филиппотто. Французский исторический живописец, баталист, портретист, график, иллюстратор. Отец живописца Поля Доминика Филиппотто. Родился 3 апреля 1815 года в Париже. Изучал искусство живописи в школе изящных искусств под руководством Леона Канье. Впервые выставил свою работу в парижском салоне в 1833 году. Я пользуюсь переводной Википедией, данных не так много, но все, что есть. Автор больших батальных сцен, картинно-исторические сюжеты, а также портретов и жанровых полотен. Ориенталист. Он прекрасно, с основательным знанием военного дела и исторической верностью изображал сумятицу и ужасы сражений, колорит его изыскан, однако изредка его письмо грешит излишней нежностью и прилизанностью. Его кисти принадлежит большое количество картин, повествующих о подъеме и успехах Наполеона Бонапарта, в том числе портрет Наполеона в форменном обмундировании и ряд полотен о французских победах во время наполеоновских войн. Как иллюстратор делал по заказу рисунки для гравюр на разнообразные темы. Библейская история, открытие нового света, портреты знаменитостей, иллюстрации к книгам Дюма, Шатобриана. Наиболее интересные картины Филиппотто находятся в Версальском музее. Филиппотто был награжден орденом почетного легиона в 1846 году. Умер в Париже в 1884 году. Вот так вкратце о французском историческом живописце, баталисте, портретисте, графике, иллюстраторе Феликс Эммануэль Анри Филиппотто. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.